Власти Башкирии представили прогноз социально-экономического развития республики на ближайшую трехлетку. За основу взят базовый вариант прогноза. Например, темп роста волового регионального продукта в 2017-2019 годах сложится в диапазоне от 1,7 до 3,4%. Его средний объем в абсолютном выражении составит 1 триллион 586 миллиардов рублей. Темп роста инвестиций в основной капитал будет варьироваться от 2,9 до 4,6%. Такие показатели планируется обеспечить за счет активизации инвестиционной деятельности предприятий региона, усиления работы по взаимодействию с федеральными институтами развития, формирования благоприятной инвестиционной среды. Рост реальных доходов населения в ближайшие 3 года, согласно плану, должен увеличиться всего на 1,5%. На сегодня, с начала года, реальные доходы жителей республики сократились на 10%.